Но, тем не менее, то, что касается Крыма, ну, тут ничего удивительного. Вот все эти люди, которые пошли работать в коллаборантские СМИ, да, они же государственные, потому что независимых, негосударственных практически не осталось. Вот, эти все люди, они работали раньше, служили там регионалам, до регионалов еще кому-то и так далее, и так далее. Они всегда были при партии власти, они всегда получали маленькую зарплату и большие доплаты. Ну, вот теперь эти суммы сложились, и они получают действительно приличные деньги, но дело же не в этом. Дело в том, что это просто еще одно подразделение власти, а не журналистика, как она должна быть.